Юбилей отмечают и челябинские энергетики. 75 лет назад на Урале появились первые электросети. Сейчас бесперебойное поступление энергии жителям региона обеспечивают 4000 сотрудников. Коллектив «Челябэнерго» — это большая команда, где старшее поколение передает свой опыт и навыки младшему поколению. У нас есть курсы повышения квалификации, то есть мы ездим в разные институты, где учимся, узнаем что-то новое. Молодых специалистов, сотрудников и ветеранов «Челябэнерго» награждают благодарственными грамотами. Чествуют инженеров и техников, водителей и электромонтеров, которые обеспечивают бесперебойную работу электросетей. Награждение приурочено к 75-летию создания энергосистем Урала и Прикамья. В «Челябэнерго» отношение к труду, это стоит, конечно, дорогого. И основа этого всего – это те люди, которые научились сами, которые используют эти знания и учат. «Челябэнерго» снабжает энергией промышленные предприятия и население всей области. Компания входит в состав МРСК «Урала». Сейчас в системе работают 308 подстанций и 42 тысячи километров линий электропередачи. Сотрудники внедряют современные технологии производства и распределения энергии, чтобы обеспечить надежное и качественное энергоснабжение потребителей. Из таких важных, серьезных объектов, это мы занимаемся реконструкцией подстанции МЗ, мы повышаем надежность электроснабжения советского района и в том числе перинатального центра, который буквально недавно, да, был сдан.